Солдат шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама, анархия. Папа, стакан парфина. Мама, анархия. Папа, стакан парфина. Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, анархия. Папа, стакан парфина. 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 Довольно веселую шутку сыграли солдатам ребята. Раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом. Мама, анархия. Папа, стакан парфина. Мама, анархия. Папа, стакан парфина. Мама, анархия. Папа, стакан портвейна. Мама, анархия. Папа, стакан портвейна.